Более 100 медалей разного достоинства – таковы результаты участия нижегородских аграриев в конкурсной программе выставки «Золотая осень-2018». Кроме того, правительство региона удостоено гран-при за вклад в развитие российской агропромышленной выставки. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все полученные награды – это показатель успешности в развитии нашего сельского хозяйства. В этом году удалось значительно превзойти итоги 2017 года. В правительстве региона продолжат реализацию всех действующих программ поддержки агропромышленного комплекса. Мы выделяем очень серьезные средства на поддержку сельского хозяйства. Каждый год объем таких средств увеличивается. Вот сейчас в рамках нулевого чтения рассмотрения бюджета 2019 года мы также с депутатами обсуждали этот вопрос. И там тоже нами, правительством, пока в проекте заложено увеличение объемов поддержки.